Еще год назад я сомневался, что в месяц можно зарабатывать 1 000 000 рублей. Сегодня я с легкостью говорю, что это реально, это возможно. И если для тебя нет ограничений, если ты хочешь быть лидером, если ты хочешь создавать ценность большую, чем имеешь сейчас, создавай свою онлайн-школу, приходи в акселератор. Александр Костин, основатель онлайн-школы оценщиков интеллектуальной собственности. Я резидент акселератора, хоть с первого потока. Мы помогаем делать богаче авторов и правообладателей, помогаем эффективно управлять интеллектуальной собственностью и защищать их интеллектуальной собственности в судах. Мы занимаемся оценкой интеллектуальной собственности и учим других это делать. Так вот получилось, что она не только первая в России, да, но и первая в мире. После того, как я захотел, учиться в акселераторе, и у меня не было денег, я за неделю, нашел деньги. То есть я теперь знаю, как находить 300 тысяч за одну неделю, без вопросов, и они возвернутся. Когда очень хочешь чего-то, быстро, легко находишь и ресурсы, и проекты, и людей, и команды. 2 месяца после начала обучения я заключил самый дорогой контракт в своей жизни как индивидуальный предприниматель. То есть это больше 2 000 000 рублей. То есть если мы просто хотели, готовить, заниматься образовательной деятельностью, то сейчас мы готовим экспертов для себя, для того, чтобы тот возросший объем работ, который возник, решать руками наших экспертов, руками наших учеников, которые, лучших из которых мы отбираем, ну и они становятся нашими партнерами. Какой-то естественный был шаг, когда я Сергея с Дмитрием первый раз услышал, понял, ребята той же системы ценностей, что и я. Ну и плюс там 2 контрольных звонка, общих друзей, решил вопрос, почему я в акселераторе. Вопросов было туча. Ну, естественно, во время обучения они все разрешались. Ну и, в общем-то, стало понятно, что совсем не обязательно обладать какими-то техническими знаниями в области лидогенерации, SMM или еще что-то, привлечение клиентов через интернет. Вот это всегда можно более эффективно делать, нанимая профессионалов, в том числе из других стран, и это намного эффективнее, чем заниматься самому. Аксель – это уникальная возможность работать с партнерами, с коллегами, которые работают на мировом уровне или стремящиеся к этому. Поэтому, если ваше окружение успешное, эффективное, значит, вы и будете успешны. Ну, в общем, это такой генератор генераторов, который создает других генераторов, которые делят своей энергией. Сложности, если возникают, то чисто психологически. Ну, например, у меня со школы был страх публичных выступлений. Всего лишь навсего, проведя 10 вебинаров подряд, я уже на 11 совершенно спокойно себя чувствовал, как рыба в воде. И это вообще удивительное состояние. Последние, полгода я, нельзя сказать, что работаю. Я каждый день кайфую, занимаюсь любимым делом. Ну и еще, за это капает какая-то денежка. Сказать одним словом, Игорь, каждую неделю собираемся, и каждый раз что-то новое, что-то яркое, что-то фантастическое, Поэтому это генератор будущего. Ну, в общем, мир за этот год, благодаря 2 фантастическим людям, Дмитрия Юрченко и Сергея Капустина, изменился. Спасибо, ребята. Приходи в Аксель, инвестируй в себя, создай свою онлайн-школу, ты добьешься успехов, станешь лидером, одним из нас. Желаю удачи!